Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Бисмиллахир рахманир рахим. 9 сура, 67 аят. Он звучит. Астаъузу биллях. Аль-мунафикуна валь-мунафикату ба'духум мин ба'д. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Мозг отвлекается, сбиваешься. الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ. Здесь мужской и женский род. Лицемеры. Мужчины и женщины. بَعْدُهُمْ بَعْدُ. Одни из других. Ну, то есть они одного типа. И вот дальше идет важный момент. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Здесь наоборот. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Повелевают совершать скверное, непристойное. Препятствуют совершению благого, праведного. Здесь я название написал себе «Копаться в голове или посмотреть на дела». Интернет в немалой степени как бы породил то, что люди там копаются, вот я лицемер, или я не лицемер, или, может быть, я лицемерка, и так далее, и так далее. Не, послушай, вот ты хорошее делаешь? Да. Плохого сторонишься? Да. Значит, уже хорошо. Молодец. Копаться в голове не надо. Посмотри, как твоя жизнь проходит. Ты хороший муж или хорошая жена, хороший отец для своих детей, хорошая мать для своих детей. Да. Хороший сотрудник, порядочный человек. Не надо вот лицемер или не лицемер. Лицемеры, они что? يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ. Они побуждают к благому. Здесь в том дело, что у них наоборот. Мункер. То есть все то, что аморально, порицаемо, плохо, скверно, они к этому побуждают. يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. И не дают человеку возможность сделать что-то хорошее. Сдерживают, препятствуют совершению благого, праведного. Далее идет «якбидуна айдиехум». Они сдерживают свои руки, если подстрочно перевести. Здесь я в квадратных скобках поясняю. В совершении добра, то есть необычайно там скупы, где-то общественно бесполезны, радикально, нетерпимы, жестоки. Но основная часть, почему я вспомнил этот аят – «Насуллаха фанасиехум». Они забыли об Аллахе, Боге Господе, и Он о них забыл. «Инналь мунафикина хумуль фасикун». Поистине лицемера они фасикун. Ну, грешники, то есть порочные, аморальные. Я процитировал аят именно в контексте того, что формальная религиозность, но получается, что человек тут грубый, там невоспитанный, тут ненадежный. То есть он делает плохое, не делает хорошего. В этом случае, да, это что-то ненормальное. Но если ты делаешь хорошее и сторонишься плохого, то не надо копаться в голове, а вот я, насколько я искренен в этом или насколько искренен в этом. Ты хорошее делаешь, плохого сторонишься. Уже супер. И здесь среди характеристик лицемеров «Насуллаха фанасиехум» – они забыли о Боге, и Он забыл о них. То есть опять же в контексте всего того, о чем мы сегодня говорили, если ты помнишь о Всевышнем, ты настроен на Его божественную милость, да, ты задумываешься о судном дне, об ответе пред Ним, пред Богом, то все нормально. Потому что лицемер о Боге не помнит. Он ориентируется только на людей. Как скажут, что подумают, как среагируют и так далее. Он ориентируется на людей. Человек верующий ориентируется на Всевышнего.